Налоговый вычет – это возврат налога на доходы физических лиц. Оформить налоговый вычет могут только граждане с официальным местом работы, которые уплачивают подоходный налог в размере 13%. Возврат можно оформить при расходах на покупку недвижимости, образование или лечение. Налогоплательщики имеют право заявить имущественный вычет. Этот вычет представляется, когда физическое лицо приобретает жилье, квартиру, комнату или жилой дом. Также имеет право на получение социальных вычетов. Социальные вычеты предоставляются в том случае, когда человек потратил деньги на лечение или образование для себя или детей. Проверка налоговой декларации проходит в течение 3 месяцев. После этого деньги поступают на счет налогоплательщика. Также нужно помнить, что возврат налога на имущество можно использовать один раз в жизни. Нужно приготовить пакет документов. Это документы, подтверждающие расходы понесенные, и предоставить в инспекцию налоговую декларацию по форме 3 НДФЛ. Можно обратиться лично, предоставив документы и декларацию, а также отправить декларацию через личный кабинет налогоплательщика. По всем интересующим вопросам обращайтесь по телефону 3-48-37 или по телефону контакт-центра 8-800-222-22-22. Светлана Ярунова, Кирилл Новикевич, Сергей Рябов, Служба новостей Саров, 24.